Ребята, всем здравствуйте, и сейчас мы продолжаем изучать проект Узома, и в данном случае поговорим про миссию данной площадки. Ну и также расскажу про экосистему данного проекта. Так вот, что же они хотят сделать? Они хотят создать полностью децентрализованную туристическую экосистему, в которой все люди со всего мира имеют хорошие цены на отели на Бали и также пользуются индивидуальным подходом к своим поездкам с подлинным опытом, куда бы они причем ни направлялись. Это очень удобный сервис, потому что здесь предоставляется скидка до 20%, то, что я и говорил. И также, поскольку здесь еще и применяется их личный токен, то, в общем-то, можно оплачивать, допустим, все покупки в токене данного проекта, то есть токене как раз таки Узома. Также, что еще есть? Также данная площадка будет хорошая для фрилансеров, то есть если вы, допустим, собственно говоря, хотите зарабатывать на фрилансе, то есть вы работаете удаленно, а сейчас таких людей, в общем-то, с каждым годом становится все больше, то данный проект для вас будет отличным, потому что он предлагает вам хорошие условия для работы. Также здесь есть еще и игры, то есть мы видим, что здесь расположен как раз таки интерфейс приложения, то есть тут видно, что много игр, и вы можете тоже поставить их себе на компьютер. Кроме того, тут есть еще и новостной портал, то есть важно понимать, что, соответственно, как поставщик отчета о последних важных событиях, которые будут доведены до общественности через онлайн-СМИ. Также новостной портал Узома предоставит информацию о финтех, то есть это финансовые, можно сказать, услуги криптовалюте, естественно, также о Форекс, электронной коммерции, да, и связанных с бизнесом мире. И главная цель данных новостей – это обновлять информацию о деловых СМИ, чтобы посетители получали полезную информацию. Далее будет еще и онлайн-магазин, что тоже, конечно же, очень удобно, потому что в нем вы можете совершить различные покупки. И важно, что Узома создает целую экосистему, которая приносит небольшие сделки на Бали, и которые при этом могут быть проданы на международном уровне. То есть данная профессиональная команда будет поддерживать и помогать им, чтобы они могли расширить свой, соответственно, рынок. И вот здесь мы видим как раз таки тоже интерфейс данного онлайн-маркета, то есть как вообще все это происходит. И также это еще будет место для заработка, то есть по сути то место, где участник может получить бесплатный токен Узома, просто выполняя какие-то несложные задания. То есть в этом важно понимать, что в приложении каждый человек должен иметь учетную запись в социальных сетях, таких как Facebook, Twitter и также в Инстаграме. И уже вот подключив данные соцсети, вы можете, собственно говоря, в общем-то, иметь токены Узома, что, конечно же, является большим плюсом. Ну что ж, далее будет рассказ про дорожную карту, но про это мы с вами поговорим уже в следующем обзоре. На этом же я пока хочу закончить данный видеоролик. Надеюсь, что он вам понравился. Тогда всем спасибо за то, что его посмотрели, и всем счастливо!